Загранпаспорта печатают и уже выдают, правда, понемногу. Сегодня в госмиграционной службе в очередной раз отрапортовали. Бланки есть, и заветные корочки, наконец, развезли по авирам. Напомню, документы не выдавали больше месяца, в очереди уже свыше 100 тысяч украинцев. Чиновники божатся, вопрос закроют до середины следующей недели. Приблизно 4 тисяч паспортів. Готових видач. Розраховуємо, що 10-добові паспорти ми персоналізуємо мабуть, за тиждень. Кстати, Зои Прокопенко, о которой подробности рассказывали вчера, загранпаспорт оперативно оформили. Этой женщине документ был необходим, чтобы попасть на похороны дочери в Венгрию. Но получить паспорт она не могла, едва ли не месяц, не было бланков. Сегодня в Авире заявили, документ выдали, пенсионерка уже уехала.